Мы прогуливаемся по порт Галибу, который, к сожалению, длительное время из-за карантинов по ковиду не работал. Некоторые здания до сих пор в запустении. Как и вот это вот огромное здание. Конференция. Для международных встреч. Выглядит заброшенный центр. А мы идем дальше. Красиво выглядит. Надо чуть-чуть отойти. Красивое здание, чем-то напоминающее маяк. Да. How much? Сколько стоит? Недорого. $50. It's Antoteta. 200. Это with Momari? Хорошо. Все хорошо? Да. Вот это здесь 2 бурограмма здесь, нефертари будет. Вот это хорошая цена, вот это бурограмм. Нефертари будет, good бурограмм. Нефертари будет, good. Куша, самая вкусная куша. Нефертари будет, будет бурограмм. Нефертари будет, костюм безплатно. Вот это нефертари будет, много челиваха здесь. Много дельфинов здесь. Бурограмм, майс бурограмм, нефертари будет. Спасибо. Не, это они. Это они просто. Нет, вот этот мужчина, это вот такой. Вот так обеспокоенно подошел такой. Такой. Они же, Маш, ты их юмор не понимаешь. Привет. Привет. Ты не поняла, что у них есть такое чувство юмора. Что они? Да. Ну, я думаю, что мы записали этого. Ты записал, что он тебе рекламу рассказывал? Да, он рассказывал. Он работает. Мы ему помогли работать. Да, мы помогли работать. И... Даже где-то, может, на Ютубе. Где-то. Увидит, как надо работать. Да. А что ты? Стелек. Обвешанный фотоаппарат. Это такие, как я попал под них. Вот что мы сегодня видели, точно такую еще. О, это мы видели, это уже красава. Черепаха точно такая же была. Продолжаем прогулку. Рыбки.
Спасибо. Чем-то напоминает Венецию. Чем же она тебе напоминает? Дома на воде. Ну, по крайней мере, так вроде сделано. Таис, говорится. Я тебе давала, мама. Зараз почитаю. Так, не, я тебе давала. Ты потом забирала его. Не. Не. Я забрала. Уже тут эти крыла. Тоже... Кир. Я? Куда сюда? А что выкупляла? Мне уже надо еще пришел. Крыла? Даже я давай это. Пишала на крыла. Na heute ist es wieder auf die Klasse gelegt, der so was zu essen. Ne? Das war richtig geil, ja. Ganz, ganz toll. Ne? Und dann hat der Felix halt immer, oh scheiße, wir haben es nach hinten. Ne? Ja. Aber die machen nichts, aber wenn du dann auf der Fußlinie und du kommst in Schwankung und du siehst irgendwie die Schüssel. Украина, да? Знаете? Отлично. Класс. Всем это хорошее говорить. Львив. Ага. Какой? Львив? Да. Львив, ну, место Львив. Город Львов. Я знаю. Я знаю город. Такие дуже резкие. Как и здесь, Варда. Все, Асман. Его треба было плавно. Это разное. Рыжий. Он гарный, хоть колер такой. Это другое, видишь? Да, я все есть.